успела снять здание вокзала. Проспала. Но как так меня раз и именно проснулась в Лазаревском. А вот мост через Псезуапсе. Внизу Псезуапсе течет. Видите? Все здесь родное, любимое. Так приятно видеть. Я сниму тут еще. Тут уже все, ничего не видно. Как тут море должно быть там. Вдали. Могу уже практически не шептать. Мы с Сережей вдвоем в купе. Наши пограничники нас проверили, и вот мы поехали на абхазскую границу. Горы уже кругом. Сейчас тоже, наверное, остановимся, и уже нас проверят абхазские пограничники. Вдали горы. Бамбук и снова горы. Время 7. Температура плюс 20. Вот там. Там море или что? Нет, да. А солнце еще не взошло, вон там восход такой красивый. Хорошо, это скоро намечается, да. Речка. Река какая-то впадает. Тёпсы. Да, какой-то. Или какой-нибудь. Можно по карте посмотреть. Сейчас будет красивый восход над морем, если нам ничего не загородит. Хурма или мандарины. Хурма. И не в садах, а на обочине. На обочине железной дороги мандарины. Хурма висит. Супер-пупер. Представляете? На обочине. На обочине железной дороги. О, вон какое дерево с хурмой, по-моему. Все, какое тут мясо? Будем объедаться фруктами. Вот мы в Гудауте уже. Народ выходит, а мы дальше едем. Проехали Гудауту. Впереди у нас новый Афон. И вот такое море. На горе прям целая крепость какая-то. Вот это да, стены крепостные. Потом узнаем, что это такое. Сходим. Так, вот похоже вокзал, и похоже мы приехали.
вокзал. Смотрела в интернете. Сова, что ли, как называется. Наверное, это там. Тут мы выходим. Я буду подавать. Давай. Наш поезд отходит. А мы уже в машине. Нас встретили. Так быстро? Уже? Он старушек. Да. Он разговорчивый. Очень спросил. Да. О, приехали в лето. Я выхожу. Ты слышишь море? Пообедали. Здесь у нас кафе или столовая. Смотрите, какие. И теперь идем к морю через мандариновый сад. Это мандарины, да, Сереж? Да. Ой, глядите, какая прелесть. А? Да. А вон уже море. Мы прям живем на самом берегу, а над нами мандарины. И тропа вот такая к морю. На ней лежит. Вот такие мандаринчики. Ну и все. И мы уже на море. Тут кто-то гуляет. Интересно, вот это вот что, белый ствол, это платан, что ли, да, или я даже не знаю, что это дерево. Море какого цвета? Ну, может быть. Смотреть на него не слушается, забрался туда. Ты прям как Ленин, еще руку протяни вот так. Вперед к победе коммунизма. Красиво оттуда смотрится. Море красиво смотрится. Ну ты в другую сторону посмотри. Да, море красивое. Цвет обалденный. А тут лестница есть. Да. Угу. Так, смотрим поближе. Почему волнорезы? Катера. Пообследовали тут кое-что.
возвращаемся. И сейчас пойдем дальше. Вот такой сад мандариновый. Как в раю, Сереж. Я даже не представляла, что это так бывает. Да, Сережа говорит, райские кущи. Вот. Ну а здесь у нас вот бассейн. Почему же бассейн? Но этот обогревается у них, я так понимаю. Да, да, теплая вода. Я уже попробовала. Горячая? Да не горячая, просто теплая. Ну, очень теплая, да. А здесь просто. А может тоже попробуй. Вот здесь с угла. Смотри, не упади. Тут поглубже. Тут бассейн, наверное, для детишек. Но она на солнце просто греется, эта вода. Вот так вот, друзья. Такая красота. А утром, наверное, или сегодня вечером придем, искупаемся. Ну все. Вот, видишь, тут очищается и обогревается. Ну да. Я и говорю, очищается и обогревается. Не так. Ну все, пойдем. Пойдем переобуемся и дальше пойдем. Тут обследовали практически все. Да. Супер. Вот. Это хурма. Давай меня тоже сфоткай. Сейчас. Вот такая хурма тут. Наконец-то я близко увидела хурму. Но она еще не зрелая, Сереж. Она не мягкая. Она красивая, но не мягкая. Ага. Красота какая. Так вот. Это прям во дворе нашего гостевого дома. Вот такая хурмища. Я думаю, это платан, Сереж. Платан, да? Да. Вот такая кора белая. Белоствольный, наверное, все-таки платан. Вот мы снова уже пешком пришли к зданию вокзала. Вот он, вокзал Нового Афона. АЗС. Цены какие, Сереж? Снять цены, да? Сережа возмущается, говорит, такие цены. Говорит, а ты давно наши цены смотрел? Может, у нас тоже так? Вот такие цены, смотрите. АЗС. А здесь здание вокзала красивое. Море. 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 Пожалуйста. Гигантские ландыши. Юка. Пока бродим, ищем в первую очередь, где что купить можно. Бытовую мелочевку. Вот здесь может быть, нет? Так, нагулялись, накупили. Ну а теперь мы к морю. Прогуляемся немножко.
сейчас найдем тропу к морю. Идем под кипарисами. Такая красота. Вот рядом машины, да? Ну, знаете, так дышится. Ой, полной грудью. Воздух такой прям вкусный. Вкусный, да, Сереж? Вот здесь, наверное, можно к морю. Давай. А, это туалет. Но все равно давай здесь спустимся. По-моему, есть тут спуск. Вот по лестнице вниз и к морю. Народ вон купается. Я, правда, знаю, с чего. Я, Сереж, вот в этих туфлях. Я что-то забыла переобуться. Тут. Ну, ты можешь вот так пойти, а я там пойду. Потому что, видишь, что. Я здесь пойду, а Сережа пошел к воде. Завидно, конечно, тоже хочу вдоль волн. Но в таких туфельках, конечно, в лодочках вышла прогуляться. Как-то я не знаю. Я что-то совсем забыла. Ну, потому что лето, лето, теплынь. Ай, не надышусь я. Это, наверное, здесь развесили обувь, которую вынесло волнами. Смотрите-ка чего. Все-таки вдоль моря тяжелее идется. Я вот уже здесь, а Сережа еще там он идет. Поднимается. Сейчас посмотрим, там, наверное, тоже есть где пройти. А вот я. Вот такое море. Море. Слышишь, море. Ой, как красиво, тут и бассейн тоже. Приветик. И можно тут вот посидеть. Красота какая. Смотрите, как мы идем. Под опахалыми пальмами. Ну и все получается. А, внизу вон там еще можно. Ну вот. Это мы разведываем, где можно гулять. Ой. Поднялись, шли-шли. Здесь нашли скамеечку. Сидим, отдыхаем. Дальше, наверное, нету. Набережной прям близко к воде. Красиво. Как волны накатывают. Красота. Сидим под платаном. Вот под таким. Вот мы оттуда прошли на частную какую-то территорию. Платан, покажи мне. Вот. А вот это вот мушмула. Слушай, это... А, нет. Вкусно так пахнет. Ой, пойдем. А, ты подходил как раз вот здесь, к платану. Только с той стороны, Сереж. Надо же, какие пальмы, да, мощные. Да. Точно так же калитка открыта. Вот здесь мы могли зайти и пойти вдоль. А я думала, вот тут. А, вот где. Вон как. Раз и все. И мы на этой стороне.
А вот к этому платану ты как раз к этому платану ты подходил. Смотрел. Там. А вот, кстати, написано. Выход на пляж. А мы с тобой что-то не прочли. Да. Мы вот это вот, экскурсии с джипинг прочли, а выход на пляж не увидели. Угу. Мы идем в бассейн. О, как хорошо. Никого нет. В данный момент никого нет. Ничего, ты пойдешь? Попробуй, какая вода. Сереж. Вдруг горячая. Ой, тепленькая, хорошая. Ой. Я сейчас, наверное, вымерну вон там. Ой. Сомневаюсь я, как ты пробьешь. Ну, там есть подземный туннель. Стенки как пробьешь. Сначала ты, потом я. Теплая вода? Горячая? Да ладно. Это так кажется. Ну все. Давай. Плыви. Сейчас я тоже пойду. Да, можно сидеть, да? Сейчас я тоже. Ой, как хорошо, правда, горячая вода. Большой бассейн пошел. Слышите, как море шумит? Всего доброго всем. Спокойной ночи. До новых встреч на моем канале.